Через регистрационный отдел Донецкого БТИ проходят все документы по недвижимости. Здесь работают 13 человек, плюс 17 помощников. С 1 января все они пойдут искать новую работу. Им уже объявлен на сегодняшний день приказ о сокращении. Эти люди 31 числа не будут больше работать в нашем предприятии. Потому что работы нас не обеспечивают, будем вынуждены обратиться на биржу труда. Наша работа узкоспециализирована, поэтому, я думаю, в будущем мы будем вынуждены все перепрофилироваться в другую область какой-то работы, что потребует дополнительные затраты. Тонкостям регистрации недвижимости не учат ни в одном вузе. Сотрудники отдела говорят, что освоили их в процессе работы. Кто займется подготовкой новых специалистов Укргосреестра, сказать затрудняются. Для нас это очень острый вопрос и больной в связи с сокращением, куда идти, получив здесь такие знания, колоссальный опыт, который за дверями этого предприятия никому уже не нужен. Александр Тимофеев работает регистратором больше 10 лет. Свой опыт и в дальнейшем готов использовать по специальности. В нашем отделе все сотрудники имеют очень большой опыт работы в этой области, в области регистрации. Поэтому, я думаю, но созданные структуры бы не отказались бы от наших бы услуг. Посмотреть, какие условия труда там будут. Наклады там слабые, до 2000, поэтому семья, двое детей. Вот. Один, который маленький, то есть мне нет возможности как бы на такой оклад содержать семью. Реформа должна была состояться еще год назад, говорят в Донецком БТИ. Тогда Министерству юстиции не хватило денег и подготовленных кадров. Ждущие увольнения сотрудники надеются, что так случится и в этот раз. Екатерина Параханяк, Арсений Александров, Владимир Тебриков, Панорама.